Праздничное и одновременно волнительное событие произошло сегодня в жизни учащихся Ахтубинской кадетской школы. Первокурсники стали частью большого дружного коллектива. Теперь их по праву можно называть кадетами. На построение торжественное обещание давали более 100 юношей. Я, гражданин Российской Федерации, Артемьев Тимофей Алексеевич, принимая торжественное обещание, клянусь быть верным своей родине, свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования устава школы, распоряжения директора школы, командиров и начальников, быть честным, правдивым, добросовестно учиться, овладевать знаниями, совершенствовать свою физическую подготовку, соблюдать правила вежливости, оказывать уважение командирам, начальникам и старшим, беречь имущество школы, целеустремленно готовить себя к защите своей родины. Товарищ капитан, где-то тем торжественное обещание принято. За происходящим внимательно наблюдали родители первокурсников, не скрывая гордости, что их дети добились желаемой цели, поступили в школу, о которой так долго мечтали. Сегодня торжественное обещание дает мой сын Бурвачев Илья Дмитриевич. Вот приехали со Астраханской области, Янтайский район. Он очень сильно сюда хотел. Мы постарались, чтобы он сюда поступил. Лысак Данил, сын. Он очень хотел военное училище. Мы не заставляли, это его желание, сам изъявил. Поэтому ему здесь очень нравится, говорит, все устраивает, все хорошо. И мы рады за него, естественно, как родители, мы очень сильно рады за него. Мой сын Ларин Данил выбрал учебу в летной школе. Дед у него тоже военный бывший. Поэтому он решил стать похожим на деда. В адрес кадетов звучали многочисленные поздравления и добрые напутствия. От командования летно-испытательного центра, ветеранов Ахтубинского гарнизона, представителей духовенства. Однозначно вами сделан правильный выбор. Перед вами открываются ворота в новую жизнь с новыми возможностями. Товарищи кадеты, желаю вам с честью нести звание кадета. Знаете, Родина вас нуждается. Много лет спустя и всю жизнь вы будете вспоминать этот день, потому что с него начинается действительно другая жизнь. Обязанности защитника Отечества накладывают на вас, на ваше поведение, на всю вашу жизнь серьезную ответственность. В долгу кадеты не остались, выступили с ответным словом. Сегодня, в этот торжественный день, от имени всех кадет первого курса обещаю с достоинством и честью носить почетное и благородное звание кадета. Желаю всем пройти этот путь с доблестью и честью, чтобы наши родные и близкие могли гордиться нами. Пусть для нас отвага, честь, мужество, братство и единство будут жизненными ориентирами. Из-за непогоды праздничная часть мероприятия была сокращена. Традиционный марш по плацу не состоялся. С концертной программой учащиеся выступят на другом ближайшем торжестве. Демонстрируя военную выправку, юноши проследовали в казармы. Родители последовали за ними, чтобы взглянуть на бытовые условия в помещениях и еще раз порадоваться за своих повзрослевших мальчишек. В этом году набор в школу, в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат осуществлен. Учащихся в количестве 120 человек. Сегодня 103 человека приняли торжественное обещание. Ну, в принципе, дети из 14 регионов страны. Да, география наших учащихся немножко сузилась. Ранее у нас доходило до 20 с лишним регионов. Но отрадно то, что у нас увеличилось количество детей наших местных ахтубинцев. Если ранее у нас было 10-12 человек из города Ахтубинска учащихся, то на сегодня у нас 26 человек только с Ахтубинска и порядка 15 человек дети с Ахтубинского района. Также отрадно то, что у нас среди 103 человек, которые сегодня приняли торжественное обещание, 7 человек – это братья младшие наших бывших выпускников, начиная с выпускников 2015 года и вот до да, один из братьев даже учится сейчас на втором курсе, а его младший брат поступил на первый курс. Это тоже отрадно, что не то, что династии создаются, а то, что школа, это говорит о том, что школа пользуется определенным, будем так говорить, успехом и востребована. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.